стали больше выявлять преступлений тех, кто дает взятки. Ну, вроде как были мнения, а зачем это, мол, это мелкие преступления, все. Ну, это вопросы профилактики, понимаете? Почему берет сотрудник ГИБДД? Потому что ему дает водитель или там еще кто-то, да? В том числе, поэтому. Вот, если не связано с вымогательством. Лечебные учреждения, образовательные учреждения, все то же самое.